соперника. Передача здесь, рикошет, опасно под Япольский среагировал. Снова подбор за минчанами. Какая классная передача. Теллер Грауац. Момент и 4-1 в пользу Минского Динамо. Это Грауац. Пожалуй, конкретно в этой смене все к голу и шло. Будем объективны. Очень хорошая смена получилась для парней именно из тройки Тайлера Грауца. И как раз 74 номер ставит точку в этой успешной атаке. Гол под номером 11. Для этого канадца перехват от него случился. Ну и, конечно, Масалев тоже здесь помог. Перехватил. И такая скидка очень классная. Ну, честно говоря, в таком голе хочется отметить и одного, и второго. Потому что боролся Масалев. Ну и каков же Грауац? Вот эта пауза. Просто фантастика. 4-1. Минское Динамо впереди.